Буквально на днях в Кургане появились два живых терминала для онлайн-консультаций по адресам Некрасова 9А и улица Станционная 46. Телеофис с виду обычный терминал, но главная его особенность скрывается внутри. Живой терминал оснащен специальными датчиками, которые реагируют на приближение человека. Если человек задержался у телеофиса более 5 секунд, то на экране автоматически начинается онлайн-трансляция с сотрудником компании. Инженеры компании сделали упор именно на живое общение, так как использование нейросетей в полной мере не сможет заменить человека. С помощью телеофиса абонент может решить практически любой вопрос, будь то оплата услуг или оформление заявки на выезд специалиста. Если вы еще не являетесь абонентом компании, оставить заявку на подключение можно в том же телеофисе. Интерсвязь – одна из немногих компаний в Кургане, которая может похвастаться современными технологиями. Когда мы разрабатывали телеофис, упор делался на автоматизацию обработки обращений наших пользователей и потенциальных абонентов. И в результате среднее время решения вопроса пользователя сократилось практически в два раза. Это по сравнению с обычной точкой обслуживания. И в дальнейшем мы планируем разместить еще десятки телеофисов по всему нашему городу. За 7 лет существования в Кургане компания «Интерсвязь» проделала огромную работу по улучшению качества предоставляемых услуг. На сегодняшний день скорость домашнего интернета достигает 330 мегабит в секунду на отдельных тарифах. Пользователи услуг отмечают стабильную работу сервисов, постоянное улучшение качества обслуживания, а главное – фиксированную стоимость услуг.